армяне, которые покидали Карабах во время боевых столкновений, они сейчас возвращаются в свои дома. Насколько, на ваш взгляд, это вообще безопасно? Это очень важный вопрос, это очень чувствительный вопрос. Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент. Мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что, исходя из тяжести этого конфликта, исходя из того, что раны еще, конечно, не затянулись, они очень свежи, очень много потерь, как я уже сказал, беда пришла во многие дома, во многие семьи, и, кстати говоря, в Азербайджане и в Армении. Поэтому нужно время для того, чтобы все успокоилось, улеглось, и чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу. Вот что самое главное. Ну, а до этого, конечно, следует подумать о реальной безопасности людей, в том числе беженцев, возвращающихся, кстати говоря, с обеих сторон. И эта миссия возложена на российских миротворцев. И права миротворцев заключались только в одном – в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Все. У нас, у миротворцев, никаких других прав там не было. Ну и нет. Только наблюдение за прекращением режима, за прекращением огня. Все.